Добро пожаловать на наш канал AirGunMedia. Сегодня вашему вниманию представляем охотничье самозарядное ружье от итальянского производителя Stoiger, модель 3000M. Ружье поставляется в картонной коробке, в которой находится само ружье, которое дополнительно защищено полиэтиленом, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и рекламная продукция от фирмы Stoiger. Отдельно в коробке находится два дульных сужения, чоковый ключ и пластиковые проставки для изменения погиба приклада. Ствол также защищен полиэтиленом. Ствол выполнен из оружейной стали. Сверху над стволом находится широкая вентилируемая планка и мушка из оптоволокна. Патроник и канал ствола хромированы. На конце ствола имеется внутренняя резьба для установки дульных сужений. Приклад и цевьё выполнены из качественного оружейного пластика. На рукояти и цевье также присутствует насечка для более лучшего контроля над оружием. Затыльник выполнен из мягкой резины. Снизу на луже и на гайке магазина находится отверстие для установки антабов. Ствольная коробка выполнена из металлического сплава. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо выкрутить гайку магазина и снять цевьё. Далее цевьё надеваем на ствол и устанавливаем ствол в ствольную коробку. Фиксация осуществляется с помощью гайки магазина. Неавтоматический кнопочный предохранитель блокирует ход спускового крючка. Патроны возможно установить как в окно выбрасывателя, так и в подствольный магазин, который вмещает в себя 3 патрона. Автоматика ружья работает за счет инерционного двигателя. Когда заканчиваются патроны, ружье становится на затворную задержку. Приобрести эту модель вы можете в любом розничном магазине сети AirGun только самовывозом, при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров, либо по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии.